Теремок ТВ. Синий трактор представляет. Карта сокровищ. Так, а теперь желтое. Нет, сначала надо красное колечко поставить. Да, ты прав, трактор. Ставь красное, оно больше, чем желтое. Вот так. А вот теперь твое желтое колечко. Мне мама вчера перед сном читала очень интересную книжку про пиратов. Про пиратов? А что там интересного? Ну, они там на острове сокровища искали. Ничего себе! А как? Они нашли специальную карту. А где они ее нашли? Как где? Карта была в бутылке, а бутылка была закопана в песке на берегу моря. Вот это да! А что это была за карта? Говорю же, специальная. На ней было отмечено крестиком секретное место. Как интересно! А что это за секретное место? Место, в котором спрятаны настоящие сокровища. Здорово! Жаль, что на нашей площадке нет никаких сокровищ. И жаль, что мы не на острове. Как это нет? А вдруг есть? Давайте поищем. Может, в нашей песочнице тоже закопана специальная карта? Или не в песочнице, а где-то еще? Да, давайте копать. Так, 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 так. Пусто. Никаких карт. Ну что, нашел? Еще нет. Погоди. Ну-ка. А если здесь? Оп. Ага. Посмотрим. Опять пусто. А теперь нашел? Еще нет. Попробую с другой стороны. Так. Ну, а сейчас? Я нашел бутылку! Ух ты! Вот это да! Как классно! Ну вот, я же говорил! Давайте скорее посмотрим, что там внутри! Так, откроем ее! Смотрите! Это же наша площадка! Вот горка, вот качели, вот песочница! А вот и крестик! Это и есть то самое секретное место! Чего же мы стоим? Давайте быстрее искать это место! Да, давайте! Поехали! Сначала нужно проехать мимо горки, потом мимо качелей, потом мимо песочницы, затем под большой горкой, потом прямо и сразу направо, вот к этому дереву. Вроде бы совсем не сложно. Ну, поехали же уже! Поехали искать клад! Не терпится уже посмотреть, что там такое спрятано! Сначала мимо горки, мимо качелей, песочница... А куда дальше? Я не помню. К цветочной клумбе? Да нет! Нужно ехать направо, вон туда! Я точно помню. Зачем спорить? У нас же есть карта. Сейчас посмотрим. Вот смотрите. Сначала мы проехали мимо горки, верно? Потом мимо качелей, так? И мимо песочницы. Вот, мы сейчас здесь. Да, все верно. Мы сейчас около песочницы. Теперь нужно проехать под большой горкой. И потом прямо и направо к дереву. Все ясно. Поехали! Проезжаем под горкой. Едем прямо и направо. Грузовик, ты куда? Ты поехал налево. Направо это совсем в другую сторону. Грузовик, так
мы наш клад никогда не найдем. О, простите, я просто задумался. Ладно, ничего страшного, бывает. Малыш, а ты знаешь, где лево, а где право? Молодец! Поехали, мы уже совсем близко. Вон то самое дерево! Приехали! Смотрите, вон крестик на дереве! Но тут нет никаких сокровищ. Может, нужно посмотреть получше? Трактор, грузовик, смотрите! Я что-то нашла! Вон там, на дереве, висит какой-то мешочек! Где, где, где? О, дай, дай я его достану! Я тоже хочу! Ничего не выходит. Не получается. Как же мы его достанем? Кажется, я кое-что придумала. Я залезу на спину грузовику, тогда точно смогу дотянуться. Ничего себе ты придумала! Ты, небось, тяжелая. У тебя же, как всегда, полная цистерна воды. Конечно, полная. А еще ты можешь упасть. Давай лучше я залезу в кузов грузовику. Ну ладно, давай, синий трактор, забирайся. Только ты стой на месте, никуда не отъезжай. Трактор, аккуратнее, не торопись. Так. Сначала ковш. Так, теперь одно колесо. Второе. Тяжелый какой. Ой-ой-ой, грузовик, стой на месте. Трактор, ты давай там быстрее. Все-таки не велосипед какой-нибудь, а целый трактор. Я не могу тебя так долго держать. Трактор, цепляй мешочек ковшом. Да, сейчас. Вы думаете, это так просто? Оп, оп. О, готово. Клад у меня. Ну, наконец-то. Так, посмотрим. Какой-то мешочек. Это мой первый клад в жизни. И мой. Малыш, а ты находил когда-нибудь клад? Или, может быть, ты его прятал? Как думаешь, а что там внутри, в мешочке? Давай посмотрим вместе. Ура! Это же новые семена для моей клумбы! Вот здорово! Ну вот! Я-то думал, там настоящий клад. Грузовик, а что ты думал найти на детской площадке? Золотой слиток, что ли? Или, может быть, драгоценный камень? Ну да, было бы совсем неплохо. Согласен, грузовик, это было бы очень здорово. Но семена для клумбы – это тоже очень хорошая находка. Ребята, поможете мне их посадить? Конечно, поможем. Поможем. Поехали. Пока, малыш. Пока. Пока. Гонка. Грузовик, не спеши. Видишь, у тебя куличики разваливаются. Главное, что я их делаю быстрее, чем ты. Если я буду делать куличики быстрее, значит, я их сделаю больше. А значит, я тебя победю. Побежду! Ну, в общем, я стану первее тебя. А разве у нас соревнование? Я думал, что мы просто решили вместе лепить кулички. Соревнование, не соревнование, неважно. Просто мне нравится всегда быть первым. Давай посчитаем, сколько куличиков у тебя и сколько у меня. Ну, хорошо, давай.
Один куличик, два куличика, три куличика, четыре куличика, пять куличиков, шесть куличиков. Целых шесть куличиков. А теперь посчитаем твои, синий трактор. Один куличик, два куличика, три куличика, четыре куличика. Хе-хе, я победил! У тебя четыре куличика, а у меня целых шесть. Да, только шесть куличиков у тебя не целых, а недоделанных и неаккуратных. А у меня четыре аккуратных, красивых куличика. Все нужно делать аккуратно и качественно, а не кое-как. Да ладно, подумаешь. Главное, что шесть больше, чем четыре. Все остальное ерунда. А что, если нам и правда устроить соревнование? А хочешь, покатаемся на перегонки? Конечно, хочу! Давай! Всем привет! Что это вы тут задумали? Да вот решили устроить с грузовиком гонки! Ура! А можно мне тоже поучаствовать? Ну нет! Девчонкам в нашей гонке участвовать нельзя! Это почему же? Я всегда беру вас в свои игры! Ты слишком медленная, с тобой неинтересно соревноваться! Трактор, конечно, тоже не слишком быстрый, но он хотя бы мощнее тебя! А вот я самый быстрый и самый сильный! Грузовик, ты не прав! Поливалка умеет очень быстро ездить. Помнишь, когда мы играли в догонялки? Она тебя без проблем догоняла. И хвастаться не очень-то хорошо. Ну, это я тогда просто поддавался. Поливалка, если ты хочешь с нами играть, можешь дать старт нашей гонке. Ну, хорошо. Только предупреждаю, я буду болеть за синего трактора, а не за тебя, хвастунишка. Да подумаешь, не очень-то и хотелось. Предлагаю устроить гонку прямо отсюда и до нашей песочницы. Не возражаю. И я тоже не возражаю. Только нужно будет объехать песочницу, развернуться и приехать обратно. Сюда, на линию старта. Да, отличная идея. Линия старта будет и финишной линией одновременно. И кто первый приедет сюда, тот и победил. Вот так. Вставайте на эту линию. Только так, чтобы ваши бамперы за нее не высовывались. Ну, хорошо. Вот так, нормально? Приготовились. На старт! Внимание! Марш! Я самый быстрый! Нет, 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 ты куда? Ах, так, 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 не получится! Вот тебе! Нет, 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 нет! Так нельзя! Запрещенный прием! Мое колесо! Где оно? Я не чувствую свое колесо! Поливалка, скажи, что со мной? Трактор, ты как? Мое колесо! Где оно? Я совсем его не чувствую! Что ты наделал? Зачем ты его толкнул? Так же нечестно! Как это нечестно? Я приехал на финиш первый, значит, я победил! Сейчас, трактор, и еще чуть-чуть. Вот так, готово, как новенькое. Знаешь, грузовик, я думал, что ты мне друг, а ты взял и толкнул меня. Так, друзья, не поступают. Если бы ты победил по-честному, мы бы с поливалкой за тебя порадовались. Но ты сжульничал. Если тебе победа важнее нашей дружбы, тогда я с тобой больше не играю. Подумаешь, всего лишь легонько подтолкнул. Это вообще случайно получилось. Не хотел я тебя толкать. Эх, ну как так можно? Поехали, трактор, поиграем слова. Поехали. Пусть теперь остается один. Ананас. Редиска. Огрызок. Огрызок. Смешно. Семечко. Орех.
Ну и что же мне делать? Похоже, я зря обидел друга. Нужно извиниться. Первым, конечно, хорошо быть, но одному быть очень скучно. Трактор, прости меня, пожалуйста. Я повел себя некрасиво. Ты мой лучший друг. Я больше никогда не буду так делать. Конечно, я тебя прощаю. А если хочешь всегда честно побеждать, давай будем каждый день вместе тренироваться. И тогда ты сможешь по-честному стать самым быстрым. Правда? Правда. Поливалка, ты тоже прости меня за то, что я не хотел брать тебя в игру. Ладно, прощаю. Но чур, в следующий раз я снова буду объявлять начало гонки. Ха, договорились. Малыш, а ты хочешь быть очень быстрым? Здорово! Чтобы твои ножки стали сильными, нужно много ходить и бегать. Только бегай аккуратно. Ну что, готов ехать на тренировку? Конечно, всегда готов. Ха-ха-ха! Поехали! Скажи, а ты меня правда простил и не злишься? Ну, конечно, правда. Мы же друзья. Поехали! Поехали!